Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить Anno 2205 экспертный режим. Итак, мы с вами попробуем в этой серии отправиться уже на Луну, но для начала давайте, конечно, повыполняем немного доп-заданий. Начнем с простенького. Мне бы тут пригодилась помощь руководства. Умеете вы решать вопросы? Так, ищем 4 ящика. Первый есть. Так, не забываем, что может быть и здесь у нас где-то в городе располагаться эти ящики. Так, вот второй. Остров очень большой. И это здорово. Так, осталось еще два. Так, пока не вижу. Интересно. Так, вот 3, а вот и 4. Спасибо, это помогло. Так, ну что, здесь у нас доп. Задание это 12 тысяч накопить. То есть это для этого требуются еще жители. Мы-то, в принципе, можем с вами, да, сейчас начать развиваться вот пока вот в эту часть. Давайте, наверное, мы этим сейчас и займемся. Так, пусть будет для начала так. Отлично. Так, что у нас здесь? Тоже сделаем так. Давайте соединим дорогой. Так, отлично. А предлагаю еще поставить. И вот так. И можно даже еще тут парочку мелких поставить. Я бы еще бы так бы поставил, но боюсь, что не получится, проблема будет с дорогой у нас. Так, отлично. Давайте поднимать. Ты же не бросишь меня самого все это разгребать? Мы покорим всю Солнечную систему, я... Нет, типа. Так, давайте теперь поднимать этих. Ну, чем я могу вам помочь? Не хватает биополимеров у нас. Спасибо, что воплотили мечту. Все равно. Двигай эту глупую идею, пока можешь. Получено конкурентное преимущество. Круто. Опять нехватка у нас биополимеров. Вы тут? А у меня...
Так, еще, да? Девять, отлично. Так, поднимаем до максимума. Спасибо, что воплотили мечту. Еще нужны биополимеры. Так, давайте с вами пока построим инфодром вот в этой части. Угу. Отлично. Так, можно сейчас решить проблему со службой безопасности, да? Все, да? Повезло мне, что я тут живу. Да. Дома закончились, не хватает немножко службы безопасности. Но давайте, у нас тут еще есть мелкие с вами, мы их поднимем. Отлично. Так, служба безопасности у нас в этом с вами районе, да? Поэтому давайте поставим ее тут рядышком. Это у нас у операторов. Угу, проблема сразу с электроэнергией. Так, давайте теперь дальше решать по потребностям. Ох, сколько много требуется воды. Ну, конечно, чем больше населения, тем больше потребностей. Так, здесь мы уже, наверное, с вами все. Все возможные закончили. Тогда давайте расширяться сюда. Главное держать планку в 12 тысяч. Еще немножко воды. Круто. Так, теперь займемся фермами. Так, модуль сюда. Отлично. Так, что мы можем здесь немного поэкономить с транспортом, да? Ну и остальное с электроэнергией. Нулевая эффективность маршрута. Срочно примите меры. Угу. Проблема с соком. Вот сейчас мы будем ее с вами решать. Я следила за тобой. Неплохо. Но инновации никто не отменял. Угу. Не хватает нам прям конкретно очень много сока. Поэтому ставим с вами здесь завод. И модули. Внимание! Спрос на ряд товаров не удовлетворен. Сейчас попробуем эту проблему решить. Хорошо, что у нас здесь с транспортом нормально, но вот с электроэнергией, я думаю, можно поэкономить. Отлично. Так, еще решаем проблему с соком. Так, и следующий завод. Следующая фруктовая плантация. Отлично. Дальше вопрос решаем с омолаживателями. Есть, отлично, нормально. Нормально. Так, теперь здесь. Здесь у нас уже все. Поэтому мы сейчас завод строить будем здесь с вами. Параллельно этому. Так, здесь у нас тоже модули уже закончились. Так, что здесь? Угу, ставим сюда. Все, насколько можем судить, у нас здесь модуль закончились, но у нас проблема с электроэнергией, и очень много потребляемой, поэтому оставшиеся модули пустим на электроэнергию.
Так, модуль теперь здесь. Хорошо. Теперь вопрос решаем с элитными продуктами. Так, элитные продукты у нас с вами здесь производятся. Угу. Нехватка сразу в виноградниках. Строим сюда модуль и один сюда. Так, ферму еще одну сюда. Отлично. Но сразу проблема с электроэнергией, поэтому давайте строить модули вот здесь. Отлично. Хорошо так сэкономили. Дальше. У нас нехватка сои. Хорошо, сойдет. Сойдет. Так, здесь мы сколько электроэнергии потребляем? 48. Здесь 80. Давайте строить. Можно один модуль транспорта, остальное с электроэнергией, аккумуляторы. Ух ты, у нас иридий закончился. Круто, ладно, но мы проблемы-то пока еще не решили. Нам требуется еще один модуль. И сразу нехватка у нас в вине. Поэтому придется строить еще один завод. Вернее, винный виноградник. Так он правильно называется у нас. Отлично. Так, а дальше у нас... Иди уже, работай. Умная одежда. Ставим здесь модуль. Льняное волокно. Здесь закончили. Давайте ставить здесь. Хорошо. Так, ну и придется нам немножко сюда. Так, еще один модуль сюда. Один модуль по чипам, да? Вот так вот поставим с вами его. И шахту кварц. Так, проблема сразу с электроэнергией. Но у нас нет иридия. Поэтому последний здесь поставим. Угу. Хорошо. Так, что у нас по времени здесь? Осталось 20 секунд. Нормально. Ставим еще один модуль. Хорошо. Хорошо. Так, дальше. Потребности с Арктики. Нам требуется аж 7 нейроимплантов. Ваши действия сильно отразятся на цене компании. Так, нейроимпланты требуется 7. Давайте эту поставку с вами мы... Отлично. Сортировка данных. Хорошо. Вроде пока все, да? Смотрим, что у нас здесь. Подберите объект мраморный камень, используя принадлежащую вам технику. Так, ну хорошо, давайте. Подберем. Так, пока мы здесь подбираем, посмотрим, что за доп. Задание здесь у нас. Вы хотели сокрушить революцию. Но... Ладно, сейчас что-нибудь забацать. Это дестабилизирует рынок. Сделано. Отлично. Так, два ящика на любом острове. Это у нас такое небольшое задание. Получим мы за это иридий. Один ящик нашли. Осталось еще один. А вот второй. Вы будущее мировой экономики. Да ты что? Конечно. Будущее за нами. Так, военную операцию, наверное, мы с вами брать не будем. Это опять-нибудь то же самое. Мои корабли в деле. Барьер Прайкомбер. То есть ничем оно не отличающееся. Может, как-нибудь возьмем, но уже в другой серии.
Сейчас мы занимаемся конкретно сбором вот этих вот булыжников, да, мраморных камней. Сейчас быстренько соберем. Так, отлично, теперь надо доставить непосредственно этому Гудвину. Да, также его зовут. Да, Энтони Гудвин. Это у нас с вами третий шаг второй ступени. Безупречное выполнение плана. Заказ от высшего руководства. Не подведите нас. Поддержите баланс рабочей силы в зоне. Ох, у нас 5000 почти. Конечно, будем поддерживать. Потому что нам сейчас лететь еще на Луну, а там требуется очень много денег. Так, судя по сигналам, мы примерно где-то будем здесь. Давайте смотреть. А так продержаться 9,5 минут. 9,5 минут. Вообще, если честно, получается, данная награда, она... Ну, просто декорация, да? То есть, как-то не очень сильно она влияет. Ни на финансовый бюджет. Есть! Ни на электроэнергию, да? Само по себе, как бы, бесполезное действие. Так, куда-то сюда. Так точно. Вот он. Ты же не думаешь, что на этом все кончится? Отлично, здесь что у нас? Это дело давно тебя ждет. Давно пора было это сделать. Ну давай. Нас атакуют. Мы под обстрелом. Отлично. Я думаю, задание это быстро выполним мы с вами. Так, ну а по потребностям у нас все отлично. Все отлично. Что у нас дальше требуют наши топ-менеджеры? Это биоусилители, но это только с Луны. Нас атакуют. Это только с Луны. Все по постам, нас атакуют. Угу. Мы даже можем еще увеличить один дом. Давай так и сделаем. Все. Отлично. Вот как надо. Угу. Так, я предлагаю сейчас нам перейти с вами в Арктику. Там решить проблемы. Да, то есть компьютеры. Кстати, у нас в Арктике с вами плюс. Почти плюс 2000. Это хорошо. Доход от сотрудников. Попробуем держаться там не в плюсе, помню, тоже. Я уже говорил, что мой склад рядом. Можно заняться бизнесом. Прости, я совсем забегался. Как успехи? Так, задание здесь у нас. Угу. Отбуксировать 2 корабля. Пути. Это у нас с вами будет 4-й из 7 шагов. Вот этот как бы полезный, да? Плюс 100 единиц логистики мы получим. Плюс в логистике, это хорошо. В отличие от того, что мы сделаем с вами в умеренном климате, да, какой-то памятник ставим. Анализ потребления демонстрирует потребность в ряде товаров. Сейчас мы это все исправим. Сейчас мы все это исправим. Отправим только пока. Сюда корабль и давайте решать проблему. У нас острая нехватка нейроимплантов. Завод сможем ли мы строить еще здесь? Да. Модуль-то мы сможем строить, но вот вопрос стоит немножко в другом. В
дороге. Поэтому давайте мы данную трассу пока вот так вот проложим, да, напрямую. А вот эту вот мы, наверное, пока уничтожим. Ставим здесь модули, да. Угу. И сразу проблема с электроэнергией моментально встала. Так, ну где-то я тут производил электроэнергию. Дайте вспомнить, где. Угу. А уже все нигде. Я уже здесь все использовал. Так, здесь завод у нас и так уже по максимуму, да? С электроэнергией. Внимание! Перегрузка энергосистемы. Да сейчас, подожди, сейчас попробуем решить этот вопрос. Так, здесь с логистикой. Электроэнергии мало. Ну давайте здесь поставим аккумуляторы. Отлично. Пока в плюсе, да? Но нам все равно требуется еще один модуль. Поэтому потребуется еще нам одна шахта. А, или я уже могу строить газовую электростанцию. Я могу ее строить, но для этого требуется нам гидрат метана. Гидрат метана добывается у нас где-то вот здесь, вот в таких, да, на берегах. На берегах, соответственно, надо будет здесь строить электростанцию рядышком. Ну и потребуется очень много транспорта. Давайте его здесь, наверное, мы с вами поставим. Понятно, сразу в логистике. Но мы с вами пока вот здесь вот поставим электростанцию с вами. Отлично. И вопрос решим именно с транспортной сетью. Все равно надо будет ее сюда развивать. С электроэнергией нормально, да. Но у нас все равно нет иридия. Так, ставим дальше. С умеренного все устраивает. Строим следующий модуль. Так, сразу нехватка в молибдене. Молибден у нас добывается, насколько я полагаю, здесь, да. То есть требуется еще одна шахта. Так, тут поблизости, к сожалению, шахт больше нет. Очень жаль. Пусть будет так. Так, здесь у нас, конечно, будет проблема с логистикой, это однозначно, потому что разбросано просто везде. Так, и транспорт, а что, не доставил все никак еще, что ли? Полный вперед! Ну. Как же проблематично в этом плане, что он без меня ничего не делает. Здесь у нас хочешь что? Хочешь себя испытать? Потом немножко возьмем задание там. Пока не берем. Так, квантовые компьютеры. Для этого требуется суперхладагент и кубитовые процессоры.
Для производства кубитовых процессоров требуется молибден и алмазы. Алмазы, насколько я помню, добываются у нас не здесь. Добываются они в умеренном климате, пока мы до этого не дожили, да, то есть у нас еще пока не открылось. Я сейчас не вижу смысла строить данное предприятие. Давайте просто немножко посмотрим, в плюсе у нас или в минусе уже. Уже в минусе, резко в минусе, минус 1300. То есть нам требуется сейчас постройка еще жителей. Давайте, наверное, мы с вами так и сделаем. Потому что, конечно, я хотел бы... Нет, тут уже не пойдет. Вот так, отлично. Так, здесь, 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 здесь. Можно, в принципе, вот так пойти, да? Да. Вот здесь построить еще одну дорогу. Так, хорошо. Но не хватает, конечно, сразу понятно. А если я вот так вот дорогу соединю? Да, сразу все изменилось. Дефицита нет. Так, ну давайте повышать. Повышать до уровня ученых. Ну, что скажете? Уютно тут у нас? Нехватка именно в зданиях. Так, здесь потребности у нас... С умеренного. Немножко сока и элитных продуктов. Давайте так и сделаем сначала. Немножко сока мы сейчас как раз все равно в плюсе. Сортировка данных. Продукты тоже в плюсе. Обработка данных. Угу. То есть у нас все равно нехватка именно в общении, да? Не хватает немножко. Небольшой такой дефицит. В этом плане, да, у нас. То есть, как бы, если я его не буду перемещать, результата все равно не будет. Руководство у нас разумное. Это плохо. Это плохо, но давайте пока решать такие проблемы. Консервы. Отлично, наконец-то могу построить здесь дом. А здесь, к сожалению, не могу. Да, вот это тут минус один. Ладно. Так, теперь у нас стимуляторы. Можно использовать новые чертежи. Отлично. Так, где мы добываем с вами кораллы? Здесь. Хорошо. Смотрим состояние финансовое. Как у нас? В плюсе, но, конечно, небольшой плюс. 94 всего лишь-то. Ладно. Все равно придется, наверное, с вами строить еще один общественный центр, потому что... Дальше будет еще больше домов, соответственно, дотягивать не будет, к сожалению. Так, а электроэнергия, конечно, наверное, много будет жрать, да? Или... Нет, он будет много жрать у нас с вами. Финансового, да? Денег будет много жрать. Поэтому, наверное, пока мы не будем решать эту проблему, пусть она остается. Когда накопится больше домов, тогда мы и построим с вами. Сейчас в Арктике, в принципе, меня все устраивает. Надо только, наверное, отбуксировать сейчас, выполнить этот шаг. Хотя, наверное, мы с вами сможем сейчас просто дальше. Дальше. Здесь мы не можем...
Здесь пока только один дом могу я построить, да? Так, в какой бы степени развиться? Так, а если вот этот вот я завод буду перемещать? Ну, немножко. Вот так. Вот так, наверное, уже будут мерзнуть наши люди. Вот так перемещу. Здесь модуль по электроэнергии. Сюда поставлю его. Так, ставим с вами дома. Один сюда, другой сюда. Да, я бы, конечно, бы, наверное, еще бы здесь бы поставил. Попробуем сейчас с вами вот эти вот модули. К сожалению, перенести не получится. Из-за того, что здесь мешает дом, да? Да, жаль. Ну ладно, пока пусть так. У нас сразу теперь уже два дома. Нехватка, да? Дальше пока продолжаем ставить здесь один дом. Давайте немножко, наверное, сюда. Здесь уже мерзнут люди. Так, дорогу немного мы с вами изменим вот здесь, потому что как-то очень некрасиво получается. Мы можем здесь спокойно поставить еще один дом. Но не сейчас. А, у нас не хватает пенометалла. Ну, круто. Круто, что же я могу сказать-то. Здесь у нас еще один дом влезает. Если тепло когда дойдет, должно влезть. Поэтому пока мы вот этот вот... А, опять не хватает пенометалла. Да что ж такое-то? Давайте попробуем его поискать на островах. Неужели нигде мы не найдем? Пенометалл 8 есть. В принципе, мне кажется, пока будет достаточно для этого. Так, что у нас здесь с жителями? Не хватает пенометалла. Жесть какая-то. Угу. Ты опять у нас тормозишь. Все обязательства выполнены. Как вы вовремя. Мне как раз нужен надежный человек для одного заказа. Так вот, отлично. Сразу поднимаем ученых. Получено конкурентное преимущество. Опять пенометалла, да что ж такое-то? То иридия, то пенометалла. Что дальше? Поддерживайте положительный баланс производства гидрат метана. Хо-хо-хо-х. Круто, у нас в нуле. Для того, чтобы поддерживать данное производство, мне требуется... Потребуется еще одна такая же шахта. Да, это, конечно, много. Очень много. Так, что у нас тут с консервами? Придется строить еще один модуль. Прости, я совсем забегался. Как успехи? Кай, ну что, не хочешь заглянуть на мой склад? Так, а если я немножко расширю сюда вниз? То есть, по-любому, модули-то у меня закончились. Так, проблемы сейчас с рыбой быстренько решим. Отлично. Так, я, конечно, бы хотел бы модуль так поставить. Никак не по-другому. Поэтому давайте, наверное, мы дорогу как-нибудь вот так проведем с вами. Вот это вот уничтожим. Так, это перенесем.
Так, и вот этот модуль с вами сюда поставим. Отлично. Вот тут другое дело. Можно дома сюда поставить. Так, у нас пока накопилось достаточно количество. Или не накопилось. Что сказать? Все замечательно? Нет, не накопилось, и для этого очень много требуется пенометалла. Да, и вот это, конечно, продерживать баланс, это, конечно, круто. А что у нас вообще в финансовом плане? Минус, минус. Как ни крути, везде минус. Что здесь у нас? Я бы сам за это взялся. Но... Иридий. Это чрезвычайно важно. И здесь иридий. Я не могу и за это взяться. Давно пора было это сделать. Давайте возьмем данное задание. А, мы его здесь, неподалеку, поэтому давайте сначала собирать это здесь. Экспорт и импорт — это альфа и омега бизнеса. Отлично. Так, и отвезти их тебе надо будет. Отлично, давай, берем. Это а по здесь... вашей части, а не по нашей. Неплохо. Дрон-разведчик. Хорошо. Пока повыполняем доп. Задание, накопится у нас пенометалл. Кое-кто знает свое дело. Где-то, в принципе, недалеко. Координаты приняты. Координаты приняты. Координаты приняты. Есть. По правде сказать, все отлично. Хорошо. Так, накопилось всего лишь 10. Можем увеличить только 2 дома. Мы аккуратно открываем сундук с сокровищами. Но можем еще. Правда, у нас сразу не хватает стимуляторов. Так, нехватка стимуляторов, это, конечно, плохо. Мне придется здесь как-то переселяться. Давайте, наверное, сюда переставим пока. Здесь дорогу снесем. Так, все, модуль закончился, поэтому дорогу мы с вами сможем вот здесь построить. Сделать по культурному. Так, это все снесем. Отлично. Отлично. Так, пенометалл. Ну копей же ты быстрее пенометалл. Так, есть еще один. Так, суммированно не хватает 2 сока и 1 элитного продукта. Сок мы в плюсе, так что нормально. Обработка элитные продукты данных тоже были в плюсе. Обработка данных. Так, ну, наверное, пока мы здесь тоже с вами закончим. Что у нас еще здесь? Есть время об этом позаботиться. Иридий. Огромное спасибо. Так, давайте отбуксируем.
получай свой корабль на место и давай мне иридий. Это не может не радовать. Угу, здорово. Так, как бы нам тут с вами заняться еще, конечно же, модулями. Здесь очень много транспорта. Поэтому пока так. Здесь, наверное, тоже пока снесем. Так, сейчас мы вот этот вот два модуля сюда перенесем. Вот так. А ты пусть здесь. Постой у нас пока. Хотя можно было тоже, конечно, перенести бы его. Я все равно не поставлю здесь дом. Ну да ладно, бог с ним. С этим домом пусть пока стоит так. Так, и тратиться пока уже не будем. Опять иридиума становится мало. Просто капитально мало. Электроэнергии очень много жрет у нас. Еще вот этот данный завод. Тебя перерыв? Мне казалось, у нас есть важное дело. Не хватает иридия. Ладно. Сколько что-то интересно производит данный модуль? 6. То есть, если я поставлю еще... Проблема с электроэнергией встала. Ну, конечно. Поэтому пока данную задачу выполнять мы с вами не будем. Ну что ж, как я и говорил, мы в этой серии отправимся с вами на Луну. Здесь пока у нас все в плюсе. Меня все устраивает, кроме компьютеров, но пока мы до них еще нам далековато. Согласитесь. Поэтому отправляемся мы с вами наконец-то же на Луну. И будьте осторожны. Насколько нам известно, орбитальный дозор захватил большую часть колонии ЛДК. На Луне вы сможете полагаться лишь на собственные силы. Итак, в прошлом прохождении мы были с вами в кратере Новикова. Сейчас мы будем выбирать какое-нибудь другое место, кратер Ивамото, либо море реликтов. Здесь редкие ресурсы, здесь имиджевый проект. Имиджевый проект мы с вами строим, а вот редких ресурсов пока мы с вами еще не добываем. Здесь 24 строительных площадки в кратере, здесь 16, здесь 61 тысяча, здесь 63. Поэтому выбираем мы с вами кратер Ивамото. Это три кратера неправильной формы образовали один большой кратер Ивамото. Обломки образовавших кратеры метеоритов наверняка содержат много ценных минералов. Выкупаем сектор и отправляемся на Луну. Вы начинаете... третью фазу программы лицензирования лунных работ. Вы должны основать колонию на Луне и начать добычу гелия-3. Главная задача — создать стабильно работающий термоядерный реактор. Дополнительная информация. Рядом с вашим сектором находится враждебная группировка. Будьте осторожны. Так, что-то у меня резкая игра виснет. FPS падает прям до нуля. Это что-то непонятное, невообразимое. О, все стабилизировалось. Ну вот. Ваш собственный участок Луны. Факт в том, что в прошлом сюда упало много метеоритов. Их фрагменты могут послужить источником редких элементов из космоса.
Но не будем забегать вперед. Первым делом надо позаботиться о строительстве лунной базы. По правилам безопасности, все лунные колонии должны размещаться в кратерах. Они обеспечивают наилучшую защиту от космического излучения и метеоритов. Так, пока мы с вами, конечно же, возьмем самый большой кратер. Это у нас вот этот вот, где только его выкупная площадка. Давайте смотреть. Вот она. Пути. Так. По заданию у нас занять кратер. 10 жителей, да, 10 домов. Мало генератора щита. Нужно производить кислород и титановые пластины. Сейчас всем этим мы с вами и займемся. Хотя можно было, конечно, не с большого начать, да, допустим, с какого-то маленького, чтобы... Да, давайте, наверное, сюда начнем. Зачем нам именно сразу большой? Купим маленький. Что-то как-то я плохо думаю, сразу на большой переключаюсь. Давайте начнем с самого маленького. Все рядышком, транспорта будет не так много сильно расходоваться. Поэтому, я думаю, это будет лучший вариант. Это будет наилучший вариант. У нас уже 1 000 000 накопился кредитов, отлично. Максимально, по-моему, 3 миллиона, да? А, лимит у меня сейчас 1 800 000. То есть все это зависит от роста компании. Так, занять сектор. Ты смеешь бросать нам вызов на нашей территории? Ладно. Ты поймешь, что я не бросаю слов на ветер. Да расслабься ты. Так, дома. Как у нас тут дома? Давайте пока, наверное, вот так мы с вами поставим один. Здесь проведем дорогу. Пора сдуть лунную пыль. Так, ставим здесь жителей. Сюда также сразу. И сюда. Сразу проведем дорогу. Внимание! Не удовлетворен спрос на определенные товары. Так, требуется... Официально заявляю, что это первая колония, удовлетворяющая всем критериям лунной программы Союза. Нареканий нет. Мало генератора. Не забывайте. Так, но для начала нам, конечно же, потребуется еще... Чтобы отправить плоды ваших усилий домой, вам надо построить дополнительные посадочные площадки для грузовых шаттлов. Так, подожди, была задача поставить еще добычу кислорода. Я пока ничего этого не делаю. Сразу у меня переключается на новое задание. Хорошо, ладно. Хорошо. Нехватка у нас. Это кислород. Поэтому по-любому будем его строить. Требуется лунный лед. Лунный лед — это шахта. Требуется генератор защиты. Мы с вами его обязательно здесь вот так вот построим, даже зацепим. Или, наверное, надо именно сюда. Скорее всего, надо именно покрыть. Ну, тогда делаем так. Так, здесь можно... Я не прошу тебя отчитываться, но хочется быть в курсе дел. Тоже не получается, да, у нас. Так, пусть будет пока так. Смотрим дальше. Здесь уже, конечно, требуется именно завод. Завод мы его с вами вот так вот поставим, да? Рядышком, пусть будет здесь прям.
наша Луна. Да, проблему решили. Дома. Дома. Так, отлично, дорогу сюда. Ну что, дальше у нас какие потребности? 50 шахтеров сейчас будет. Титановые пластины. Потрясающе, как разрослась ваша колония за такой короткий срок. Нет щита, сразу строим щит небольшой. Тут же рядышком, да? Проведем дорогу. И сразу проблема с электроэнергией. Давайте ставить модули. Угу, а здесь аж надо требуется 30 иридия. Ох-ох-ох, как много там. Солнечные батареи придется строить. Придется строить солнечные батареи. Ну, давайте здесь поставим. Внимание! Энергии слишком мало. Да это я понимаю, что мало. Я сейчас эту проблему буду решать. Так, вроде пока нормально. По деньгам, конечно, у нас большие потери, да? Сколько у нас? Здесь плюс 200 в Арктике, здесь 16, а здесь минус 6000. То есть, ого-го, сколько нам требуется жителей, да, чтобы хоть как-то выйти в плюс. В какой-нибудь плюс. Так, титановые пластины. Шахту мы с вами построили, теперь требуется построить завод. Ну, давайте прямо рядышком здесь и построим мы с вами его. Пусть в эту степь потом расширяется. Что по заданию? Начать строить стартовую площадку, да? Это у нас здесь. 25 титановых пластин. У нас пока 8. Пусть это пока подкопится с вами, да? Возьмем здесь задание. Рад вас видеть. Луна вся покрыта метеоритными кратерами. Для жителей Луны это кошмар, а для нас... возможно, польза. Минералы, которые содержатся в метеоритах, могут стать бесценным ресурсом. Уже не говоря о том, что они могут иметь научное значение. Cassian Industries предлагает вам уникальное сотрудничество. Мы первыми откроем источник богатств, к которым все будут стремиться в ближайшие столетия. Ну давай. Какое будет задание? Найти 6 метеоритов. Я так уже и понял, потому что по ролику я видел где-то здесь у нас этот метеорит один. Так, еще осталось 5 нам собрать. Задание, в принципе, да, несложное. Только искать надо. Заодно у нас подкопится. Нам требуется там 25. Так, сколько еще метеорита надо? Еще 3. Так, остался последний. Где ты, последний метеорит? Вот он. Cassian ценит ваш профессионализм. В Cassian человек-человек. Внимание. Неопознанный конвой пересек границу сектора. Примите меры безопасности. Эй, меня слышно? Прием. Я Зандра Хейнс. Простите за вторжение, но, кажется, у нас общий враг. Я представляю лунную добывающую компанию. Точнее, то, что от нее осталось.
О, да, овцы снова бегут к тем, кто их раньше стриг. Бойтесь, овечки, волки идут. Слушайте, мне сказали, что это секретная информация, но беженцы из ЛДК тайно прибыли на Землю. Всемирный союз пока не знает, что с ними делать. Беженцев перенаправили в Арктику. Дрейк как-то об этом узнал и отправил боевые корабли, чтобы расправиться с ними. Пожалуйста, вы должны его остановить. Так, ну начинаем. У нас тут сразу... улучшение космопорта. Военная операция, либо... Начинаем улучшение космопорта. Увеличить рейтинг корпорации. То есть нам требуется военная операция. Но займемся этим вопросом мы уже в следующей серии. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!